Выберем инструмент клон. Выберем размер кисти правой кнопкой мыши. Зажатой кнопкой Ctrl нажимаем на поверхность левой кнопкой мыши. Это место выбрано в качестве образца для клонирования. Нажимаем левой кнопкой мыши на поверхность и перемещаем курсор. Образец клонируется. Данное расстояние от образца до клона фиксируется в кисти. При дальнейшем перемещении кисти все, что находится на этом расстоянии и в том же направлении, будет клонироваться. Отпускаю левую кнопку мыши. При следующем нажатии левой кнопки мыши расстояние от образца до клонируемого пятна будет зафиксировано заново. Расстояние и направление. Перемещаю курсор. Отпускаю левую кнопку мыши. Параметры Opacity, Density и Attenuation Steps, а также параметр Blend Mode идентичны тем же параметрам в инструменте Airbrush Paintbrush.